До конца года радио Хабирову представит проект стратегии развития социальной сферы. Об этом заявил советник главы Башкортостана по науке Руслан Казыханов. В Уфе накануне стартовала стратегическая сессия по обсуждению актуальных предложений. Напомню, что по итогам 2022 года Башкортостан занял 25-е место в рейтинге качества жизни среди 85 регионов страны. Несмотря на улучшение позиции, остаются много социальных проблем, которые требуют незамедлительного решения, отметил руководитель администрации главы региона Максим Забелин. В рамках стратегической сессии будут разработаны новые идеи и подходы в социальной сфере. Есть запрос на проекты по развитию здравоохранения, образования, новые механизмы поддержки для ведения бизнеса в регионе по созданию комфортной и доступной среды, культуры и молодежной политики. Разработанные инициативы станут основой для создания в регионе нового документа – стратегии развития социальной сферы до 2035 года. Мы формат строим так, что сначала они придумывают любые проекты, идеи, да, не ориентируясь на бюджет, только на возможности, чтобы мы понимали, какой вообще полет в целом мысли, фантазии есть в этой части, то есть как можно решить те или иные проблемы граждан. А затем мы будем уже приземлять, смотреть, как бы сажать на конкретные области, отрасли, на конкретные проблемы людей. В настоящее время в рамках реализации национальной социальной инициативы в Башкортостане внедряется региональный социальный стандарт, направленный на повышение качества жизни и доступности услуг в соцсфере. Внедрение этого стандарта предусматривает реализацию 13 положений.